Первое зеленое IT-стойбище появилось в Югре. На одном из родовых угодий Березовского района провели интернет и установили солнечные батареи. Последние, в отличие от бензинового генератора, могут обеспечить бесперебойную работу оборудования связи. В систему автономного электроснабжения входят солнечные панели и накопительные аккумуляторы. Зеленое IT-стойбище – первый такой проект в Югре. Весной 2023-го специалисты проанализируют эффективность его работы и определят, целесообразно ли транслировать такой опыт на других IT-стойбищах округа.